Что происходит? Тогда Марина расскажет. Давай. Она всем опять привет. Это делает. Давай, давай, всем привет. Ну, сейчас все время меня стебет. Нет, ты давай. Всем привет. Ну, Марина, рассказывай. А куда мы идем? Мы идем делать игрушки из войлока. Да? Из войлока? Да. А потом идем есть пиццу. Нам надоело сидеть дома, и мы решили потратить последние 100 рублей. С купонами. С купонами. На еду. Как говорит Маша, все богатые люди так делают. Пора ввести что-нибудь. Это наша компания. Ты будешь делать игрушки? Забилась в угол. На улице очень жарко. На улице слишком жарко для августа месяца, поэтому я буду надевать два свитера, как человек, который накрасил губы красной помадой. Я как всегда буду делать так. Ить. Первый свитер пошел. По-моему, я потолстела слишком для него. Так. Второй свитер. Зинка, встань в комнату. Если видишь, Олеся, неси еще свитера. Сейчас я третий надену, и четвертый. И мы как колобка лису покатим к метро. Вот это вот взрослая, сильная, независимая женщина. Можете это... Штанишки с начесом. Можно. Знаешь, там такой ветер, что можно и с начесом. Все. Я готова. Всё. Пошли. Давайте снимать мои коленки. Чего у нас нет? Мне вообще не все что, когда я тебя спрошу, ты опять что-нибудь такое отожжешь. Мы опаздываем, непонятно почему, на мастер-класс. Мы вышли вовремя? Мы вышли с запасом. Мы вышли с запасом, больше чем за час. И уже 3 часа, а мы еще не добежали. Но зато мы на Невском проспекте. И тут даже настолько тепло, что мне жарко в двух свитерах. Представляете, какое теплое лето. Да. Олеся, зачем ты тыкаешь губку? Олеся, надо делать ножку. Ой, умничка, умничка. Только надо покрепче ее сразу скрутить. Вот это облачко, оно, конечно, очень симпатичное. И очень даже симпатичный, но нам нужна ножка покрепенько. Смотрите, вот мы... Вот, Марина справилась. И я справилась. А мне сделали латте без молока. Ой, без молока, без сахара. Так сахар надо бросить отдельно. Иду за сахаром. А Олеся будет объяснять, как играть в игру. Я сама по своим правилам. Да.
это игровое поле. Только я правил не помню, но я знаю, что это не очень сложная игра. Давай. Чай собирай свой. Ну, убирай чай, Алина. Во. А что нужно делать? Странные штучки. Да. Это же ходили. Суть игры в том, что наши фишки спрятаны под колпачками, меняя местами. Любые. И мы не помним, где наши фишки. Поменять местами. Местами поменять, значит, одну поставить и все менять местами. Что ты делаешь? Соображай. Так. А значит, какой? Вот этого сюда? Хорошо. Так. Я. Раз, два, три. Давай, Марина. Олеська, ты ходишь. Ты помнишь, какое привидение твое? Двигай свое, подглядывать нельзя. На один, вперед. Это теперь мы... Это куда ты ступеньки? Вот ступеньки. Загадывай, мама. Может, я мама Да не ты, старшая. Мы играем в Imaginarium. Солись. Спят усталые игрушки. Сейчас выберем такую карточку. Давай, Олесь, выбирай, какая похожа на спят усталые игрушки. Книжки спят. Я уже слепила, реально Петербург хочется, но мне даже платы не дают. Хотя там какая-то морковка тут. Спросите, да? Мам, вроде были в этом. Мам. Они в другом были, в Алене. Сейчас мы ход сделаем. Подожди, давай мы сейчас закончим, я пойду вместе с тобой. Так, что у нас? А, спят усталые игрушки. Так, я думаю... Только через Марию. Это моя. Молодец. Ладно, я собиралась ставить на это. На что ты собиралась ставить? Я загадывала. А, Олеся, как думаешь, какая из них спят усталые игрушки? Это? Угу. А вот твоя? Это вот это правильное. Значит, Марина, сколько? Два очка, да, тебе? Да. Раз, два. И я получаю... А мой слоник полетел! Нет, твой отдыхает, потому что он не угадал в этот раз. Он у тебя сейчас за чаем полетит. Пойдешь за чаем или нет? Или у него есть? Я сама так, вот, подожди, вот этот вот допей. И наш победитель Марина. И она получает халву. И мухомор, да? А где там мухоморы наши? Где твои грибы? В сумочке грибы носишь, да? Какой классный грибочек. И Олеськин. А где мой? Его придавило Дорианом Греем. Вот мой. Какие у нас у всех разные грибочки. Клево. Это папа, это мама, это... Точно, Марина, смотри, у нас прям целая семья получилась. Та-та-та. Здравствуй, дорогой, где твоя зарплата? Не знаю. Да не знаю. Ребенок уже все понял. Все, мы должны пойти поесть, а то мы слиплись от печенья. Да. Перемещаемся в другую локацию. Блинчик поэтому. Блинчик отправляется. Не брод. Розовый, мой любимый. А мы все съели. Мы были голодные. Еще один кусочек. А эти два я. То есть один я.
ушла, потому что нужно сладкий день. А теперь я думаю, куда поехать? Сразу домой или сначала к Марине, а потом домой? Ты за то, чтобы я к тебе поехала? Выбирай сразу. У меня осталось еще пицца и... Марина все время меня едой заманит. Марина, я сейчас сытая. Красота какая. Я тоже хочу потрогать. А, мокро. Пойдем. Я боюсь представить, какой там напор воды. Пошли. Куда-нибудь можем. Видите, какой у нас красный арбуз. Красный, классный. О, как пахнет, вот это да. О, мы такими кругляшками, да, будем есть? А как? Здорово. Не, я не умею, мне все равно, не как резать. Смотри, не заляпай свитер сейчас с арбузом. Ты просто нож выдай и все. А, ты так хочешь? Блин, как это вкусно. Сейчас мы наедимся. Опять только делаем, что едим везде. Ты как на даче, я все время, когда на даче, у меня ощущение, что мы только едим, едим и едим там. Хотя я дома тоже непрерывно ем, но я почему-то меньше лопаюсь, чем на даче. Я тоже хочу. Давай, давай, нарезай и будем кушать. Все уже едят арбуз. Хочешь попробовать? Не, я сейчас... Ну, мне кажется, мне нужна еще тарелочка, потому что я насвинячу сейчас. Ой, носки съели. Как тебе удобнее, тарелочку или пакетик под этим? Тарелочку, я люблю в тарелочку. Спасибо. Ля-ля-ля-ля-ля, сейчас мы поедим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну что, надевай пропеллер на эту штуку. Подожди, надо было сюда вот так стоить. Все разбираем и заново собираем. Так, как отлетает. Прям вверх. Давай, ставь пропеллер. Угу. Так. Давай. Кошка, тебе нравится? Давай посмотришь. Ой, мой стиральный порошок, надо забрать. Давай, Пися, смотри. Ты поменял бы в этот выключатель? Где-то там. Конфеты прям прилетело, да? Давай еще раз. Давай. Спасибо всем. Кажется, это была лампочка. Да. Прости. Она перегрелась. Ты меня... Эй, ку-ку. Ку-ку. Ты меня любишь, Рекса? Ты любишь меня? Ку-ку. 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 Ты хорошая. Набесилась тут уже, все, успокоилась. Ладно,
Мне работать надо. Вот, я сейчас поработаю, короче, и буду ложиться спать уже. Ничего интересного сегодня не произойдет больше. Что там такое происходит? Кузечка, я тебя обязательно покормлю. Где-то через час твое мясо размораживается, хорошо? Я тоже по тебе очень скучала. Можно пойти посидеть вместе за компьютером. Что ты об этом думаешь? Не садись попой в чашку, пожалуйста. Ну, не надо. Ой, ладно, все, всем до завтра.